Ну вот, дело ближется к полному финалу. Заливают уже крышку. Арматуру положили. Арматура так немножко вверх выпуклая. Слегка-слегка с еле заметным горбылем натянута, уложена. Ну вот, бригадир говорит, что это специально так в натяжку положена арматура. Посередине как будто бугорок виден. Чтобы натяжка была или растяжка, черт его знает. Сейчас зальют и все, и крышка готова. Там вот два кольца положено, видимо, там будут два люка. Идут дела. Хотя у меня такое ощущение, что не хватит этого последнего миксера. Ну, посмотрим сейчас. О, пошел. Один трубу направляет, второй вибрирует, третий кабель держит. Ляпота. Неужели не хватит? Вот у Марика такая шпага с ограничителем. Он ею проверяет глубину. Вот. Оп. Достаточно или глубина? Оп. Вроде хватило. По-моему, даже чуть-чуть лишка осталось. Ну и хорошо. Пошел супер инструмент. Вот этот супер инструмент надо обязательно для истории снять. Поближе возьмем его. Это супер инструмент. Ну вот так вот, ребята. Можно сказать, что дело, в общем-то, сделано. Еще потом досыплю, затрамбуем, еще раз зальем здесь все водой, чтобы уселось. И, в общем-то, готово.